Гора новостей на заключительном этапе Всероссийской олимпиады для школьников по русскому языку. На этот раз она проходит в Уфе. Сюда приехали самые умнейшие ребята со всей страны. В этом году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в Уфе. Участники живут в башкирской школе-интернате имени Рами Гарипова. Помимо самих заданий, для ребят приготовили массу возможных интеллектуальных развлечений. В башкирскую столицу приехали более 350 одаренных учеников 9-11 классов из 69 регионов страны, ставшие победителями региональных этапов. Алин, расскажи про олимпиаду. Как ты попала на финальный этап? У нас есть кружок по русскому языку. И так как я учусь в гуманитарной гимназии, у нас есть все условия для того, чтобы ребята достигали больших успехов в олимпиадном движении, не только по русскому языку, но и по литературе, истории, обществознанию и другим предметам. В чем так хорош русский язык, что ты им заинтересовалась? Очень интересно узнавать истории многих слов, достаточно повседневно для нас, но когда-то давно они значили совсем иное. Школьники выполняют олимпиадные задания двух туров. Показ олимпиадных работ и апелляции пройдут в дистанционном формате на сайте Олимпиады. А сейчас ребята участвуют в интеллектуальном квизе «От послов русского языка». Расскажи, почему ты стала участвовать в олимпиадах? Задания по русскому языку не сравнятся, наверное, ни с чем. Там не только нужна языковая интуиция, но еще и логика математическая, которая помогает, возможно, додумать некоторые задания, даже не зная самого материала. После того, как ребята узнают свои результаты, станет понятно, для кого дорога в лучшие вузы страны открыта, а кому придется наравне со всеми сдавать ЕГЭ. Но думаю, сдавать русский им будет проще всего, ведь они и так уже лучшие. Победители этого тура Олимпиады получат крутую возможность поступить в профильные вузы России без вступительных экзаменов. Круто, правда? Есть о чем мечтать и к чему стремиться. Мария Рязанова, Ильнар Бикбов, специально для Горы новостей.